Один из первых городских лицеев отметил четверть века со дня создания. Преподаватели и ученики 90-го лицея подготовили мюзикл. В его основе 12 стульев Ильфа и Петрова и реальные события 25-летней давности. Лицей в юбилейном микрорайоне появился в 1991 году. Его возглавил заслуженный учитель Кубани Владимир Белоусов. Он руководит учебным заведением и сейчас. В праздничном мюзикле у Владимира Белоусова особая роль. Он в костюме Остапа Бендера. Но только идеи у этого великого комбинатора добрые. 90-е лицей 8 раз становился лауреатом всероссийского конкурса «Школа года». Трижды входил в сотню лучших учреждений программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» и третий год подряд в списке топ-500 российских школ. По числу медалистов и победителей различных олимпиад лицей лидирует среди других краснодарских школ. С юбилеем работников учреждения поздравили первые лица города. Спасибо вам огромное за вашу работу, за то, что вы делаете, и за то, что уже 25 лет прошло, а впереди очень большое будущее. Я рассчитываю на то, что все будет прекрасно, и лицей 90 будет и дальше отличаться особым подходом к делу, особым профессионализмом, будет продолжать завоевывать самые передовые позиции в образовании не только нашего города и края, но и России в целом. 25 – это ни много и ни мало. Но сколько ребят прошли вот в ваших классах, в ваших стенах? Я думаю, что очень много достойных, очень много умных, талантливых, но это заслуга ваша. Потому что вы неиссякаемый поток энергии, доброты, знаний. Огромное вам спасибо. Владимир Евланов и Татьяна Гелуненко вручили педагогическому составу 90-го лицея почетные грамоты и памятные подарки.